Здравствуйте. Да, да, сейчас, через 20. Они... Два взрослых, два детских. Два детских. У вас два детских, один взрослый. Температура воды 18 градусов. Вошли в аквапарк. Вот сейчас увидишь. Ну как? Круто. Нормально зашли? Нормально зашли. А вот колесо мы катались. А вон фонтанчик. А кафешки вроде работают, да? Сидят. Ага. А вон туалет я нашла. Это что за дерево, интересно, такое пушистое? Он детский. Мама, я в детскую хочу! Там много животных. Пойдем в детский? На широкую, вон, идите горку. Да, не помнишь, как ты каталась с ней? Да не помнишь. А на ту, мы на ту пойдем. Не, а можешь вот на ту широкую Мишу посадить? И его, а я буду снизу ловить его. Его а это. А как туда подняться? Вон там дорожка, видишь? Иди с ним туда. Давай, сажай его, запускай. Давай, запускай. Опа. Давай, Лиза, ты теперь. До дна достаешь? Вставай. Поехали. Оп. Пройдем по территории. Здесь вот три горки. Желтая. На баллоне катаешься. На желтом. Черная там двойной. И зеленая. Без ничего просто скатываешься. Там здесь очередь уже. Пойдем. Вот эта горка не работает. Вообще аквапарк уже старый, ему, я не знаю, лет 25. Здесь все со дня открытия. Ничего не поменялось. Все так же. Это закрыта горка. О, коммуникация. Вот это скорость. Сейчас у него спросим, спину там дерет. Здесь еще бассейн взрослый сверху. Водопад. Мама, это волейбол.